Официальные партнеры проекта – фитнес-клуб «Богатур», Z-Club и Synergy Group. Всем привет! В эфире проект Gold Model в Бурятии 2018. Проект, в котором 16 молодых парней и девчонок становятся профессиональными моделями. В этой серии мы подготовили для наших участников настоящую профессиональную фотосессию в стиле Vogue. Но прежде чем к ней приступить, им нужно понять, что же такое Vogue. Сегодня я буду вас знакомить именно с воговской манерой, с воговской подачи. То есть вы умеете уже позировать, вы умеете ходить. Я вначале посмотрю, как вы это делаете. На самом деле, вот, моделинг и Vogue – это две разные вещи. Как вы ходите, мы так не ходим. Не вот так вот вы выворачиваете, а сюда, да, налево. Угу. Меняем. Бам, бедро перешло направо. Даже если вот так. С другой стороны вас сфотают вот отсюда, и будут вот такие кривые ноги. Вы, получается, должны, когда вы встаете в позировку, вы должны понимать, что вас сфотают с разных сторон. Соответственно, у вас все должно быть красиво. Давайте еще раз попробуем. Подтянули. Подтянули. Вперед. В сторону. Назад. Еще ниже. Уходим опять в сторону. Подтянули. Поменяли. Нелюбимый уровень для всех – это второй уровень, он здесь. Третий уровень – это вот здесь, когда вы работаете тут, да, вы работаете тут, вы можете присесть. А четвертый уровень – это, внимание, вообще на полу. Пол! 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 У нас есть каталог, когда вы рекламируете на себе одежду, макияж, ваши драгоценности, обувь, аксессуары различные, сумки, очки, шляпы. У вас сейчас этого ничего нет, но представьте, что это есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Сложнее, сложнее. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сложнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А эти развалились там, развалились. Хорошо им там вдвоем. Ага, так, все, сдали. Каждая фотосессия в нашем проекте – это не только фотограф и участник, это еще и целая армия стилистов и визажистов. Именно им хотелось бы больше уделить внимание. Ну что, готовы? Переносимся в винил. Очень рада работать с девочками. Они очень красивые, ну и мальчики, конечно, тоже. Это все очень-очень интересно, креативно, очень мне нравится. И нет, у нас выбор хаотично происходит, то есть у стилистов модели постоянно меняются. Если честно, это первый опыт, и вообще на этом проекте как бы первый раз я красила мужчину, потому что до этого на работе не приходилось с этим сталкиваться. И, в принципе, с мужчиной как-то боишься все время перестараться, чтобы он совсем был не похож на куклу, и вот эта сложность в этом есть. С девушкой, конечно, проще. Чтобы они не зажимались, вот даже будучи сегодня уже столкнулась с такой ситуацией, они макияж на себя применяют, и как бы им не нравится, будто бы. Я говорю, девочки, ну вы же модели, вы же должны, как актрисы, раскрепоститься, да, как бы примерить любой образ, в него вжиться и как бы продать, да, показать этот образ. Музыка.
визажист может собрать любую девочку, не только та, которая приглянулась на любовь. Ну, наверное, основные задачи сделать моделей красивыми, яркими. Это, наверное, вот, ну, наверное, это наша задача. А девочки, задача девочек, наверное, показать вот то, что мы хотели воплотить. Интересно работать, когда каждая съемка и у тебя новый участник для портфолио, это очень классно. Теперь мы с вами знаем, как ребята готовились к этой фотосессии. Осталось дело за малым — увидеть результат. Но перед этим мнение эксперта. Ну, что я могу сказать? Фотосессия прошла достаточно сложно. Сложно для ребят, потому что им нужно было показать вок, а сказать, модели, больше привыкшие к обычной позировке, так скажем, гламурной. А здесь нужны такие линии четкие, было тяжело. Особенно мальчикам, но мальчики, как ни странно, справились даже лучше девочек, мне кажется, у них большой потенциал в этом проекте. Но худших я пока не осмелюсь выделить, потому что они сейчас на этапе развития. Были, да, ребята, которым прямо тяжело, которые терялись, которым нужно было показать вок, они показывали обычную позировку, маленечко не понимали, что именно им нужно показать, но я помогала, корректировала, хотя нельзя было помогать и корректировать. Особенно понравились это Вова, Арюна, Саша, Вика. Это те ребята, вот эти четыре человека, которым я не помогала, которые абсолютно сами вставали, то есть без какой-либо помощи Лауры и меня. Ну вот и все на сегодня. Это был телепроект Gold Model в Бурятии 2018. Увидимся на следующей неделе. Или следите за нами каждый день в соцсетях. Партнер проекта – дистрибьюторская и логистическая компания «Сервика» Улан-Удэ. Официальный партнер проекта – тайский спа «Вай Тай».